Это живая история нашего института, живая история тех, кто его создавал, и одним из них был Александр Вознесенский. Без него не было бы этого института в том виде, в каком он сегодня есть и был все эти годы. И вот то, что перед вами, это тоже живая история института. В этом кресле Леонард Карп сидел, стол. Это был стол на проспекте Маклина, институт начинался, этого, ничего этого не было, института не было. Я очень коротко скажу, и будут все докладчики выступать, это я так. Мне напомнило известную оперу, не все здесь на память приводит былое, и юности, и красные приводили. И вот эта фотография, которая перед вами, здесь Александр Григорьевич Леонард Карпович Альбери, эту фотографию я сделал, моя фотография. Она была сделана в день рождения Владимира Ильича Ленина. Все ли знают, когда родился Владимир Ильич, но он родился 22 апреля. И я в этот момент приехал на студенческую конференцию. Она проходила в Первом медицинском институте. И потом нас пригласил в институт Леонов Гарчик, и Александр Григорьевич там был, и эта фотография сделана там, а на заднем плане этой фотографии, видишь, сюда, выставка, фотовыставка, где молодой Владимир Ильич Ленин. Вот поэтому... Да. Совсем я юный. Значит, как сегодня будет проходить наша встреча? Александр Григорьевич был выдающимся, абсолютно выдающимся человеком. Это был истинный, настоящий ученый. Александр Григорьевич был прекрасным организатором, и это видно будет и на тех примерах, тех рассказах о создании нашего института, когда он был заместителем Леонида Карповича, а потом стал исполнял обязанности директора института. Александр Григорьевич был великолепным педагогом высшей школы, он создал кафедру. Обо всем этом пойдет речь, но я не буду встревать в эти выступления, но я буду только тогда выступать или говорить, когда мне будет казаться, что надо сказать, я воспроизведу слова одной телевизионной передачи, мне название нравилось. Как это было на самом деле, поскольку я был свидетелем этого, только в эти моменты я буду встревать. Программа будет выполнена так, как она записана. И первое слово, первый доклад Александр Вознесенский «Жизненный и творческий путь». Доклад прочитает Анна Вячеславовна Кутина, которая заведует лабораторией, созданной Александром Григорьевичем Вознесенским. Анна Вячеславовна, пожалуйста. Я попытаюсь в предоставленное мне время рассказать основные вехи жизненного пути и остановиться на основных научных достижениях Александра Григорьевича, которых очень много, поэтому подробно на всем, я боюсь, остановиться не получится, но так как после этого будут более подробные доклады, касающиеся нервно-мышечной физиологии и изучения холинастераз, будут все вопросы достаточно широко освещены. Александр Григорьевич родился 17 ноября 1895 года в Великом Устюге, это город Вологодской губернии. В семье Григория Григорьевича Вознесенского, который был ученым-лесоводом. На данной фотографии показана также мать Вознесенского, Софья Матвеевна, и его брат и сестра Вера и Илья. Детство Александра Григорьевича прошло в Вологде, где он закончил гимназию. И после окончания гимназии, гимназии ему не очень нравилось учиться, ему больше склонность была все-таки к естественным наукам. И он решил, что направит свою деятельность в сторону врачевания.
И на семейном совете было решено, что получить медицинское образование необходимо в Европе. И он уезжает в Германию, где в городе Калу поступает в 1912 году на медицинский факультет. Он там довольно-таки успешно учится, но в 1914 году начинается Первая мировая война, и, собственно, это нарушило все его планы. Он возвращается обратно в Россию и продолжает свое образование уже после окончания Первой мировой войны, поступая в Петроградский медицинский институт, нынешний Первый медицинский институт. Сразу на второй курс, и в 1924 году заканчивает Петроградский медицинский институт. Уже учаясь в институте и слушая лекции великих анатомов, физиологов, патологов, он понимает, что больше всего ему интересна физиология. И он в своих воспоминаниях и в письмах к семье писал, что уже начиная с первых лекций, которые по физиологии читал Леон Аркадьевич Арбелин, он понял, что хочет научной работой заниматься именно на кафедре физиологии, но до сдачи экзамена понимал, что Леон Аркадьевич лучше не подходить. И даже в день сдачи экзамена он решил, что все-таки как-то несерьезно прямо сразу на экзамене профессора просить о теме научной работы. Но сразу же после окончания курса физиологии он пришел на кафедру, и Леон Аркадьевич дал ему очень актуальную на тот момент тему роли симпатического нерва в регуляции деятельности скелетных мышц. В то время господствовала теория Ленгли об автономной нервной системе, о том, что, согласно которой, скелетные мышцы никаким образом напрямую не иннервировались вегетативной нервной системой, и в частности симпатической нервной системой. Но Леон Аркадьевич считал, что это не совсем так, и у него были предположения, что возможно прямое симпатическое влияние на скелетную мускулатуру. И именно такую задачу он поставил перед студентом тогда третьего курса Александром Григорьевичем. И уже в студенческие годы Александру Григорьевичу удалось сделать открытие, которое вошло в историю физиологии, так называемый феномен Арбеля-Геницинского. Но тут у меня приведены цитаты из писем Александра Григорьевича к жене 1922 года, которые он писал, находясь в творческом поиске решения поставленной перед ним проблемы. И первые полгода он постоянно писал в письмах, что не может никак продвинуться вперед, несмотря на методические улучшения и новые подходы к постановке экспериментов. Он не может разрешить ту запутанную проблему, которую перед ним поставили. И вот в конце 22 года, благодаря определенной случайности, то, что он взял в эксперимент по ошибке те мышцы, которые уже были использованы, то есть они были утомлены, он блестяще разрешил проблему, и оказалось, что нейросимпатикус снимает утомление скелетной мышцы, а напрямую не запускает ни мышечное сокращение, не влияет на амплитуду мышечного сокращения в нормально работающей мышце, что эти эффекты проявляются именно при мышечном утомлении. И далее целый цикл работ идет, посвященный изучению полученного эффекта. Александр Григорьевич в своих воспоминаниях пишет, что он даже демонстрировал результаты своих экспериментов, полученных на мышце лягушки, лично Ивану Петровичу Павлову. И чем был очень сильно восторжен. Уже в 23-м году он сделал доклад на физиологическом обществе про феномен, тогда он, конечно, не назывался феномен Арбеля-Геницинского. И более подробно в конце года написал статью в Русском физиологическом журнале. Далее эти феномены были более детально изучены
и в 1926 году у него вышла работа о влиянии симпатического нерва на концевую пластинку двигательного нерва. И также в плане экспериментов на мышцах хладнокровных он проводил в институте Лесгофта эксперименты по влиянию на мышцы скелетные у теплокровных, у собак и кошек. И вот работа совместно с Леоном Павловичем Арбелье вышла в русском физиологическом журнале в 1927 году. Параллельно с научной деятельностью и обучением в институте он уже в студенческие годы начинает активно преподавать. С 1923 года он работает ассистентом кафедры фармакологии Государственного института медицинских знаний. А после окончания Первого медицинского института, через год, да, в 1925 году, его принимают ассистентом на кафедру физиологии. И он очень активно включается в преподавательский процесс. Он не только замечательно ведет практические занятия, но и пишет методические рекомендации, методички к каждому занятию, которые потом впоследствии легли в основу курса практических занятий по физиологии, который написал совместно с Львом Германовичем Лейбсоном. На данной фотографии показан состав кафедры Ленинградского медицинского института 1928 года. На этой фотографии мы видим Александра Григорьевича. Ну и это другая фотография научного коллектива Леона Павловича Арбелье в институте Лесгофта 1934 года. Также вот Александр Григорьевич Пеницевский. Вот те разработки к практическим занятиям, которые он писал, преподавая в Медицинском институте, легли в основу практического курса физиологии, который вышел в 1933 году под редакцией Леона Павловича Арбелье. Также он активно занимается популяризаторством науки. И в 1929-30-х годах очень активно сотрудничает с научно-популярным журналом «Человек и природа». И за этот период у него вышло целых 10 статей по нервно-мышечной физиологии, физиологии дыхания, общим вопросам биологии и медицины, которые в популярной, доступной форме излагали достаточно сложные вопросы физиологии. И в 1929 году также вышла книга «Физиология в биографиях», где были представлены краткие биографии физиологов, начиная с момента зарождения физиологии до современности. А вот в 1932 году Александр Григорьевич его приглашают в организующийся Ленинградский педиатрический медицинский институт для создания кафедры физиологии. И в вновь образующемся институте он с нуля создает кафедру физиологии. На эту кафедру он приглашает трех ассистентов – Лехницкую, Закса и Липсон. И вот в таком составе, с тремя ассистентами, он проводит и лекции, и занятия. Дальше он развивает экспериментальную базу на кафедре физиологии. Состав кафедры расширяется. В 1904 году ему присваивается степень доктора наук. В 1946 году его избирают член-корреспондентом Медицинской академии СССР. Ну, это пара фотографий Александра Григорьевича в стенах института за чтением лекций и на экзамене. Чем занимается Александр Григорьевич на кафедре в педиатрическом институте? Основными направлениями становится изучение физиологии крови. А именно, он обращает свое внимание на различия в кислородной емкости крови у эмбриона и у взрослого человека. Эти исследования приводят к публикации ряда работ, которые вы видите. Исследования были высоко оценены Джозефом Бакхартом, английским физиологом, который очень
много вот сделала в области физиологии крови. И тут вы видите Джозефа Банкрофта вместе с сотрудниками кафедры Александра Юрьевича в 1935 году, когда он приезжал на Международный физиологический конгресс. Ну и также... В 40-е годы во время Великой Отечественной войны тематика работ кафедры изменяется в связи с сложившимися обстоятельствами, как и тематика работ физиологического института работал параллельно. И в эвакуации основными темами работы Александра Григорьевича становится изучение стимуляторов нервной системы на основе феномина, а также физиологических механизмов контрактур. Во время Великой Отечественной войны он продолжает работу над учебником по физиологии, основам физиологии человека и животных, совместную с Андреем Владимировичем Лебединским. И эта рукопись была принята в печати в 1946 году, и в 1947 году этот учебник вышел в свет. Параллельно с кафедрой в педиатрическом институте Александр Григорьевич заведовал кафедрой лаборатории нервно-мышечной физиологии в физиологическом институте имени Павлова с 35 по 50 год. И в это же время выполнял обязанности заместителя директора по научной части. Это Александр Григорьевич на заседании ученого совета в институте физиологии. Основными направлениями работы лаборатории являлась нервно-мышечная физиология. 15 лет творческой жизни Александра Григорьевича посвящено именно этому разделу физиологии. И он по праву считается одним из основоположников электрофизиологической разработки химической теории передачи нервного импульса на скелетную мышцу. Он обосновал ацетилхолиновую природу явлений происходящую в концевой пластинке, именно потенциал концевой пластинки, и привнес новые данные в доказательства химической теории передачи нервного импульса на скелетную мышцу. На данных фотографиях вы видите Александра Григорьевича за работой в разные годы в Институте физиологии в 1935 году, в 1939 году. В 1945 году во время празднования 220-летия Академии наук СССР также у Деницинского с визитом были видные ученые Соединенных Штатов Америки, это президент Национальной Академии наук Брок, а также президент Лондонского Королевского общества Эдгар Эдриан, который также был с визитом у Леона Борисовича Альбери и Александра Григорьевича. За цикл работ по нервно-мышечной физиологии в 1947 году Александру Григорьевичу была присуждена премия имени Павлова за цикл исследований материалов эволюции мышечной ткани. Но дальше, после, в 1950 году, после Павловской сессии, Деницинский, так как он поддерживал Леона Борисовича Альбери, он был уволен из физиологического института, годом позже был уволен и из педиатрического института, и был вынужден уехать в Сибирь. С 1951 года по 1955 он заведовал кафедрой нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского института. Только приехав в Новосибирск, он писал своей дочери, что говорил, что в Ленинграде едет разрешать старый наболевший вопрос, кто красит место, кто кого красит, место человека или человек место. Но приехав, вижу, что красить это место будет нелегко, в лаборатории вообще ничего нет, придется начинать как бы Господу Богу из первозданного хаоса. И действительно, на кафедре было всего несколько сотрудников, при этом ни одного с ученой степенью. На кафедре не было никакого оборудования ни для проведения демонстраций, ни для проведения исследований. И за год с небольшим Александр Григорьевич действительно создал и кафедру, и лабораторию,
возобновил ее работу практически с нуля. На данной фотографии представлена кафедра, ну, сотрудники кафедры нормальной физиологии с Александром Викторовичем. Основным направлением работ кафедры Александр Викторович делает тему регуляции экскреторной функции. Тема функции почек интересовала Александра Викторовича еще и во время работы в педиатрическом институте, но он не успел провести запланированные там работы перед увольнением. Его интересовали функции почек в постнатальном периоде, да, становление функции в онтогенезе, развитие особенно функции канальной системы. А также он ставит новые темы. Это гиалуронидазная активность и ее связь с концентрирующей способностью почки и физиологию осморегулирующих рефлексов. Еще в 1947 году Вернее было сформулировано представление о центральных осморецепторах. Александр Григорьевич предположил, что осморецепторы есть не только в центральной нервной системе, в ядрах гипоталамуса, но что осморецепторы широко представлены в организме, на периферии. И он провел ряд экспериментальных работ вместе с Валентиной Федоровной Васильевой, с Яковом Давыдовичем Финкенштейном в Новосибирске. И далее с Ларисой Константиновной Пеликановой. И сформулировал представление о системе периферических осморецепторов наряду с центральными осморецепторами. Кроме того, он начал работу по изучению гиалуронидазной активности мочи. В то время больший акцент в физиологии почки делался на изучение процессов нервной регуляции, а в механизмы концентрирования мочи, акцент делался на клеточные механизмы транспорта воды. Александр Григорьевич предположил, что межклеточное вещество может быть активным участником этого процесса и обосновал представление о системе гиалуронидаза, гиалуроновая кислота, перестройки межклеточного вещества в механизме концентрирования мочи. Эти работы он начал в Новосибирске и продолжил, уже вернувшись в Ленинград. Вернулся он в 1955 году по приглашению Леона Абрамовича Арбеля, который был реабилитирован, и ему сначала организовали лабораторию эволюционной физиологии. И именно в лабораторию эволюционной физиологии Арбеля пригласил Леницинского. А потом, когда эта лаборатория была преобразована в Институт эволюционной физиологии, он возглавил лабораторию эволюции секреторных и выделительных процессов. И до 1962 года был заведующим этой лаборатории. Также с 1956 по 1960 год он был заместителем, а потом исполняющим обязанности директора нашего института. Так, не буду. Основные направления работ в это время – это роль гиалуронидазы. И в этом направлении Александру Григорьевичу удалось достичь существенных результатов. Его работа о участии гиалуронидазы в концентрировании мочи была в 1958 году опубликована в журнале Nature, где он обосновывает участие данного фермента и его связь именно с водным диурезом, но не с прочими вариантами усиления диуреза. Тут показан осмотический диурез, где активность гиалуронидазы не меняется, несмотря на увеличение мочеотделения, и водный диурез, который строго коррелирует с уровнем гиалуронидазной активности. Эти работы были высоко оценены другими исследователями в области физиологии почек и, в частности, еще после выхода статьи в 1958 году профессор Гебер из Британии писал: «Я считаю, что ваши результаты исключительно интересны, так как они являются первой попыткой интерпретировать действие антидиуретического гормона в биохимических терминах».
Позднее, в 60-м году, Александр Григорьевич представил эти данные на международном симпозиуме по водно-солевому обмену в Праге. На фотографии с Гелером именно в Праге, в 60-м году. Также он активно развивает направление адаптации организмов к средам с различной соленостью. И в институте проводит целый ряд экспедиций, начиная с 1957 года, они проводились ежегодно и на север, на Белое море, и на Черное море, на Японское море. И в результате проведенных работ были исследованы огромное количество и беспозвоночных животных, и различных видов рыб, были сформулированы новые представления о системе осморегуляции, о механизмах адаптации животных к средам с различной соленостью, а также были сформулированы представления об эволюции функции почек. Ему представлялось, что основной целью, за которой гонится почка, это поддержание параметров гомеостаза. И в этом ряду происходит увеличение интенсивности фильтрации и повышение роли канальцевого компонента, а также эндокринных факторов, которые регулируют функции почки. Здесь вы видите работы, которые вышли в 60-е годы у Александра Григорьевича, посвященные механизмам водно-солевого гомеостаза и эволюции этих процессов. И его самая известная монография «Физиологические механизмы водно-солевого равновесия», которая вышла уже посмертно в 1963 году, а Александра Григорьевича не стало в 1962 года. Эта книга была удостоена премии Леона Абдаровича Арбели в 1963 году также и является позже ярким примером фундаментального труда, который при этом написан очень легким и хорошо читающимся языком. То есть это та книга, которую можно читать просто как художественное произведение для своего собственного удовольствия. Спасибо вам за внимание. Буду рада, если смогу ответить на какие-то вопросы. Кому хочется задать вопрос? Спасибо большое, Анна Вячеславовна. И я немножко добавлю к тому, что вы говорили. Спасибо, вы очень хорошо рассказали. Но, естественно, поскольку я присутствовал в те годы в лаборатории Александра Григорьевича, был там, работал, я видел Александра Григорьевича на Новосибирске, я хотел несколько слов сказать не о том, что было, а о том, как в его уме рождались эти идеи. Вот это, мне кажется, самое главное. Они ведь не просто берутся, вот я захотел заниматься почкой, он захотел. Вот вам и был. Нет. Откуда взялась, скажем, гиалуронидаза? Она взялась со следующего. Конец 40-х, 46-й год. Фактор агрессии тогда появился. Тогда появилось понимание того, что воспаление, антибиотики, они помогают, там проницаемость меняется. Тоже. И тогда возникла мысль о том, что должно быть какое-то вещество, которое увеличивает проницаемость, гиалуронидаза, увеличивает проницаемость и повышает клубочковую фильтрацию. Вот о чем шла речь. И тема этой работы была дана Александру Григорьевичу, его студенту Бройтману в педиатрическом институте. Это был конец 40-х годов начался. Потом эта тема, и вот здесь я хотел бы назвать еще два имени, Людмила Васильевна и Валентина Федоровна Васильева, которые поехали с Александром Григорьевичем в Новосибирск, которые там были, и которые действительно в пустом месте, на пустом месте смогли создать замечательную кафедру, там на кафедре действительно не было ни одного, ни кандидата, ни доктора наук. Но почему Александр Григорьевич оказался в Новосибирске, тоже не так просто. А потому что в педиатрическом институте он работал вместе с Константином Владимировичем Рамадановским. Он его звал Костя Рамадановский, Костенька. Это был князь из семи князей Рамадановских. А жить в ту пору князю было сложно.
Петербурге. Потому князя отправили, анатом он был, я у него лекции слушал, новосибирский, князь Рамадановский он был, но был человеком неординарным, талантливым. Константин Владимирович очень быстро стал там заместителем ректора по научной работе, лечебной работе Новосибирского института. И когда он узнал, я назову по имени, так как просто звучит то, что было тогда, что Шурика взяли, прогнали из педиатрического института, Шурика Александр Григорьевич, прогнали из педиатрического летом 51-го года. И он был направлен в управление кадров. Мне там Минздрав, мне, к сожалению, тоже довелось быть в этой конторе, когда меня выгоняли. Поэтому я все эти, я вижу перед собой эти лица. И выгнали его. И выгнали. Но Красноярский кафедр свободен. И Александр Григорьевич должен был ехать на кафедру в Красноярск. Там был тоже мединститут. А когда Костенька узнал, что Шурика позвали туда, он сказал, зачем тебе ехать так далеко? Оставайся, у нас есть кафедра, мы тебе, там она сейчас свободна. Я помню, как начинал лекцию Лариса Константиновна Великану, мне не было степени. И потом приехал Александр Григорьевич, начал читать у нас лекции по физиологии, ну, с октября примерно. Я помню, это, он был единственным членом Академии. На Сибирске же не было Академии городка тогда. В институте не было ни академиков, ни щенкормников. Был Красный проспект, дом 58, там дальше по улице, это было здание Академии наук. И вот в этом здании был мединститут, а рядом была, было другое здание, рядом с совпартшколой, там часть совпартшколы была, дали мединститут. И там была кафедра физиологии, не было Николая Недвара. Но мне хотелось еще несколько слов сказать. Об удивительном, там, вот здесь была речь об экспедициях, все правда, все точно, но вот Лев Гершевич помнит это. Были мы в экспедиции с Александром Григорьевичем в дальних Зеленцах, а там солнце не заходит. И жили мы, я жил в одной комнате с Михаилом Яковлевичем Михельсоном, Александром Григорьевичем, и Михельсон, ну мне тогда, знаете, мне было тогда там 23 года, 24 года. А Николаевич возвращался в 5 утра. Солнце не заходит. А против нас потом жил Арапетянц, негодяй. Он и профессор заодно был в университете. Это были те, кто создали кошмар, о котором нельзя не сказать. Это был этот кошмар, назывался сессией, посвященной физиологическому учению. Иван Петрович Павлов, никакого отношения Иван Петрович не имел к тому кошмару. Это Арапетянц, не Михельсон. Ой, я это... Не-не-не-не. Я Михельсона помню. Не-не-не. Михельсон жил в комнате. Против этой комнаты. А Михельсоне я скажу... Ну, ты так сказал, получилось, что это были... Не-не-не-не-не. Против. Я сказал, вот мы жили втроем. В этой комнате зашлось в 5 утра. А против нас жил... дали место Арапетянцу. И когда Александр Григорьевич... А я был при этой встрече. Александр Григорьевич не видел этого негодяя 10 лет. Негодяй. Да. И я помню, как состоялась эта встреча. Насупленный Александр Григорьевич. И тот идет, хочет с ним здороваться, а это руки убирает за спину. Так вот, почему речь шла о Михаиле Михельсоне? Лев Гершевич помнит это. Была большая лабораторная комната. И вечером было поздно. Стали читать стихи. Тот читает, другой читает. Игорь Скульский читает, так сказать. И Александр Григорьевич читает. Потом Александр Григорьевич задает вопрос. Чьи это стихи? А никто, Лёва помнит это. Александр Григорьевич сказал, никто не знал, чьи стихи. А это были его стихи. У него замечательные. Потом была издана книжка, там, где вот сейчас, где это опубликовано, смотришь, замечательные стихи. Вот так была эта жизнь. И еще одно маленькое, замечательное, маленькие несколько слов к этому времени. Знаете, в жизни у каждого из нас, Александр Григорьевич, были ужасные, были счастливые, были ужасные моменты. И один из этих ужасных моментов, я его помню, он был здесь. Александр Григорьевич был замечательным, ведь без Александра Григорьевича не было бы того института, который мы видим. Леон Абгарович создал институт, Леон Абгарович родил эту идею, идею эволюционную. И он в 53-м году, когда не стало... вождя и учителя. Леон Гарч пишет письмо Александру Григорьевичу. Замечательное письмо, я его видел. И он так пишет такие слова. Александр Григорьевич, значит, нам
дают сейчас возможность создать лабораторию. Я вас приглашаю приезжать к ним. И мне все равно, в каком качестве вы будете. Я буду заведовать или вы будете заведовать. Мне хочется быть вместе с вами. Вот были его слова. Прошел там год, немножко больше прошло, Александр Георгиевич возвращается сюда, в эту лабораторию. Это было, когда была лаборатория эволюционной физиологии. А потом создают институт. Вначале, при создании института в 56 году, руководством института, Александр Георгиевич не был тогда замгеном, он стал немножко позднее, тогда ученым секретарем сделали Андрей Евгеньевич Личко, и потом Александр Григорьевич в 56 году, но уже позднее, он становится заместителем директора. И так как наша лаборатория была всегда, то есть этого вообще ничего не существовало, и здания не было. Все это было на проспекте Маклина, дом 32. Вот там за этим столом сидел Арбелий Леон Абгарович, а я сдавал экзамены в аспирантуру. Я просто помню эту обстановку. И если бы не этот великий демократизм Арбелия, ни черта бы не было. Потому что Леон Абгарович сидит за этим столом. А судьба... Я не буду все это рассказывать, только одно слово скажу. Я сдавал экзамены, получил пятерки. Меня не приняли, но не в этот институт, а в другой, куда, тут не было еще места. И отправили к чертовой матери. И в этот момент, когда я сдавал экзамены, произошла большая неприятность. Лада помнит ее. Александр Григорьевич, в лаборатории стало плохо. Он заболел, сердечный приступ был. Лаборатория была на первом этаже Оттовского института. И тогда мы ночью оставались и... Я дежурил, а на следующее утро вот того дня я должен был сдавать экзамен. И вот оттуда я спал там кафельный пол. Вот на этом кафельном полу я, ну, там какое-то время спал. Мы с тобой в другом месте потом спали. Это было потом, Женя, если надо рассказать. Так вот, знаете, вот это все была жизнь, она была такой, какая тогда была. И Александр Григорьевич создает институт. Это было очень трудно, я вот вам говорю, Николаевич, потому что он сделал? Он знал не просто каждого, а все лаборатории докладывали у него о программе своих научных работ. Это было очень трудно, пройти через этот фильтр или не пройти. И тогда они меняли. Они собрали действительно жизнеспособный институт, который смог развиваться. Для этого нужна была железная воля. Но результатом было то, что как-то не стало Леоном Горчан Бели, возникает склока, жуткая склока. И в этот момент у власти в Москве были люди, которые понимали, даже в ЦК партии, были люди, которые понимали, что такое наука. Но так случилось, что в сентябре месяце тот, кто заведовал отделом науки, ушел в отпуск. Вот все, и это решило. И тогда они смогли пройти своими каналами, я могу назвать все эти имена, и в газете «Известия» появляется статья «Не ко двору Геницинский». И тогда надо было вот здесь, в этом актовом, мы построили уже институт, было заседание, на котором приехал, как его? Ермолович, да. И приехал Ермолович, вот это была жуткая бойня, выступил человек 25-26, я был там на этом заседании, у меня стенограмма есть, это такая толстая, это заседание. И вот тогда бойцовский характер Александра Григорьевича снова проявил себя, но... Была комиссия, возглавлял комиссию Дмитрий Андреевич Бирюков, комиссия обкома партии, и она, не надо так морщиться, это хуже даже, чем это было. Жуткое время, и тогда Александр Ильич должен был уйти, но он ушел, уйти-то он ушел, но тогда у власти в академии был Александр Николаевич Несмеянов, Владимир Александрович Энгельгардт, и они смогли сделать то, что Александр Григорьевич предложил поставить во главе института человека, который бы не обрушил то, что сделал генерал Арбелий и Геницинский. И они позвали Евгения Михайловича Крепса, который потом дальше продолжил эту линию, смог убрать всю компанию и институт. Вот так это было на самом деле. Ну, частично. А сейчас разрешите предоставить слово Кириллу Гиршевичу, который расскажет нам о вкладе Александра Григорьевича Геницинского в исследование механизма функционирования кардиологической системы. Дорогие коллеги, когда я готовился к этому докладу, я как раз и собирался повторить те же самые слова, которые сказал
как бы это было на самом деле. Я хочу только не ограничиться тем, чтобы рассказать, как это было на самом деле. Но почему это было вот так? То есть, каковы были истоки тех исследований, во всяком случае, тех, о которых я сегодня собираюсь говорить, на самом деле? Вот Анна Вячеславовна рассказала подробно ход жизненный путь и даты публикации, исследований, которые проводились в это время. Я начну с того момента, когда Александр Григорьевич появился в Первом медицинском институте, в том институте, который является родным для нескольких людей в этом институте, которые воспитаны этим институтом. Мы легко можем себе представить эту обстановку, эту кафедру. И он прослушал курс лекций и решился, наконец, после сдачи экзамена, обратиться к Леониду Абрамовичу с просьбой, чтобы он разрешил ему начать работу на кафедре в любом качестве. Александр Леонид Абрамович относился к этому очень серьезно. Он несколько раз беседовал с Александром Григорьевичем, очень подробно его расспрашивал, стараясь понять его кругозор, его эрудицию и в особенности знания иностранных языков, да, которые он очень внимательно обращал очень большое внимание, и предложил ему неожиданно Венедиктинскому заняться темой, которой никто на кафедре этого не занимался, а именно трофической функции симпатической нервной системы. Почему Арбелий в этот момент обратился именно к этой проблеме? Конечно, она родилась в его голове намного раньше. Вообще говоря, вегетативная нервная система, как отдел нашей нервной системы, понятие это появилось в конце 18-го, начале 19 века и связано с именами Винслу, с именами Миша и так далее. Но у нас в стране вегетативной нервной системой стал заниматься никто иной, как Иван Петрович Павлов. Диссертация докторская Ивана Петровича Павлова была посвящена центробежным нервам сердца. И было это в 1783 году. Очень интересная диссертация, но что самое главное было в этой диссертации, что потом было продолжено Леонидом Ивановичем. Это понимание того, что есть трофические нервы, то есть нервы, активность которых способна менять трофическую функцию, то есть поддерживать обменный процесс, поддерживать регуляцию и модуляцию на том уровне, когда нет ни потенциалов действия, ни каких-то серьезных электрических явлений, а вот есть трофик. Надо сказать, что подобного рода идеи потом появились у Лемли. Это крупный очень английский ученый, у которого, кстати, Леонид Абрамович побывал в 1909 году во время своей командировки за рубеж. И вот эти идеи в значительной мере повлияли на решение Арбелия заняться этой проблемой. Тем более, что идея была в том, что симпатическая нервная система действует всюду. А вот что касается ее возможности действия на скелетную мышцу, была полная неопределенность. И было предложено Александру Григорьевичу начать опыты на препарате, на мышечном препарате лягушки, ну и он начал подбирать условия, об этом только что говорил Анна Вячеславовна, условия того, как это можно сделать, как это можно реализовать. И действительно, примерно около месяца трудов не приносили никакого результата, и вдруг действительно, это был, может быть, это был результат ошибки, может быть, он все-таки наткнулся на это в ходе этих исследований, но стало понятно, что мышца должна быть удобрена. И тогда, как это работает? Нужно стимулировать препарат до той поры, пока он не устанет, когда амплитуда сокращения начинает падать, и вот тогда, или даже немножко раньше, по-разному включить стимуляцию симпатикуса. И с этого момента опыты пошли. И Александр Григорьевич пишет о том, что он ставил до 80 опытов в неделю, он довел себя до полного изнеможения, но опыты пошли, и результат был совершенно ясен.
И тут он пишет своей жене, что он дошел в main point своей жизни. То есть то самое направление, которым отныне он будет заниматься и будет настоящим физиологом. Был приглашен Иван Петрович Павлов, который поздравил с этим блестящим результатом и сказал, что они подняли занавес над очень интересной проблемой. Эти слова никто не услышал во время павловской сессии и на павловских советах, когда это был полный суд инквизиторов по отношению и к Павлу Корбере, и по отношению к Александру Николаевичу. Более того, вот тот человек, имени которого я не хочу повторять, как каждый римлянин не должен повторять имя Герострата, это все-таки арапетянц, сказал об этих работах, что это красивые ненужности, так он назвал эксперименты Александра Григорьевича по поводу выяснения трофической роли симпатической системы. Ну, Леонид Абрамович поручил Александру Григорьевичу писать статью, ну, естественно, но ее правил, и статья эта вышла в 1923 году. Она действительно открыла новую эру в понимании того, что делает вегетативная нервная система. Она действительно вот то, что она делает, немножко раньше, выразил в очень такой короткой, эфористичной форме Лебли. Он говорил, что симпатикус for fight and flight, то есть для борьбы и для полета. А вот парасимпатический нерв for rest and digest, то есть для покоя и трофической функции для пищеварения. И это действительно полностью подтверждалось той работой, которая положила начало, можно сказать, победному шествию адаптационно-трофической, учению адаптационно-трофической нервной системы, которая развивала Арбели. Последовало много работ учеников Арбели. Это было поддержано целым рядом крупнейших ученых на Западе и у нас в стране. И некоторое время Александр Григорьевич продолжал работать в этом направлении. Но он на четвертом курсе. К нему приезжает жена с маленькой дочерью. Жить постопросту не на что. И он идет работать в качестве преподавателя в одно место, в другое место. Он занимается популяризаторской деятельностью для того, чтобы что-то заработать и чтобы можно было поддерживать семью. И, ну, к нашему удивлению, вас удивит, что студенты четвертого курса берут преподавателя на кафедру фармакологии вот этого института медицинских знаний, этого института, который организовал там для этого. Затем он начинает работать, долго ждет места в первом медицинском институте. И когда появляется место ассистента, он приходит туда, и его радость тоже сочетать преподавательскую деятельность, обязан и может заниматься научной работой. И вот это состояние продлилось несколько лет, перерыв в деятельности по поводу нервно-мышечной передачи и трофических функций нервной системы на несколько лет, потому что он уходит в качестве заведующего кафедрой в педиатрический институт, организовывает там все это и занимается то, что говорили, дыхательной функцией, прямой диссоциацией гемоглобина у плодов в разные периоды постнатального антагенеза. И только в 1953 году, когда был организован отдел эректофизиологии того, что тогда называлось ВЕМом, это не тот ВЕМ, о котором мы знаем сейчас. Он, заведуя этим отделом, возвращается к своему старой любви, к своей увлечению заниматься эректофизиологией. И начинается очень плодотворный период его деятельности. Он касался... По существу, Александр Григорьевич был первым в нашей стране,
кто всерьез занялся природой передачи сигнала с нерва на мышцу. По этому поводу, для того, чтобы понять, что тогда происходило, надо просто немножко почитать историю этого вопроса. Все были уверены, что передача с нерва на мышцу происходит электрическим путем. Я могу перечислить нескольких нобелевских лауреатов, которые были страстными адептами этой идеи. Это Шерингтон, это Теллс, это Браун, это, во всяком случае, по крайней мере, 4 или 5 человек. И только всего несколько людей верили в то, что нужно заниматься обоснованием, открытием химической природы передачи нервного импульса. Вот к ним относился человек, который потом получил Нобелевскую премию, это Дейл и его ученики. Дейл, к этому времени уже появились первые признаки того, что действительно можно в прямом эксперименте показать медиаторную роль ацетилхолина. Это знаменитый опыт Отто Лёде, австрийского ученого, который получил Нобелевскую премию вместе с Дейлом за это открытие, когда перфузат одного сердца, сердце, в котором перед этим раздражали блуждающий нерв, переносится в другое сердце, и о, ужас, не ужас, а скорее радость, второе сердце начинает тоже забегать частоту своих сокращений. Что начал заниматься Александр Юрьевич? Он посягнул на святую святых, во всяком случае в российской физиологии, и не только в российской, на природу Пейсбука. Надо сказать, что учение о Пейсбуке, учение о Гиганте, это все были краеугольные камни российской физиологии, во всяком случае нейрофизиологии, и не только у нас. И вот это Веденский ревизион, торможение по Веденскому, оно было во всех учебниках. Пейсбук – это атлантическая депрессия в 200-концевой пластинке. Передача сигнала происходит путем песен тока, и если происходит в каком-то месте выдох концевой пластинки деполяризация, то эти петли тока затухают, поэтому происходит песня. С чего начинает Александр Иванович? Он начинает с того, что он регистрирует, что происходит в мышце. Мышцы обычные, деполяризированные, при длительной стимуляции, ну, то есть тогда, когда возникает песня. И обнаруживает, что в этом месте имеет место деполяризация. Ну, как если это деполяризация, это уже возражение против петель. Причем, обратите внимание, это опыты, уже которые делают вместе с Надеждой Исаевной Дихельсон, это, наверное, сестра Михаила Яковлевича Дихельсона, которого многие из присутствующих знает и помнит. Вот. Это достаточно трудный опыт. Вы раздражаете мышцу и должны отделить, что происходит в самом важном месте, в концевой пластинке, от того, что происходит во всей мышце. Не буду рассказывать, как это преодолевается. При этом хотел бы обратить ваше внимание, что это опыты 1935 года, что в распоряжении Александра Григорьевича и до Нежины Исаевны только хемограф, гальванометр струнный, это струна Бетховена, и сонный аппарат Рукорфа, никаких электронных стимуляторов. Попробовали, я знаю, что это такое, как стимулировать с помощью этого аппарата. Но они проводят блестящие эксперименты, им это показывают. Потом они повторяют это на коррелизированной мышце, и удается всей сложной картины сигнала выделить маленький остаточек, который можно увидеть при коррелизации. И этот маленький остаточек – это и есть тот потенциал концевой пластинки, который является основой. Ну, то есть в другом месте это возбуждающий постсинаптический потенциал, он является основой передачи сигнала с нерва. С нерва на мышцу или от нейрона к нейрону. Это 1935 год. Статья Фетта и Катцен вышла в 1991 году,
статья, которую я сделал, конечно, до совсем другого уровня, статья, которая сделана с помощью микроэлектродной техники и которая действительно показала, что такое проект Паркинсон, что такое потенциал косовой пластинки. Таким образом, он является явным предтечей. Следующие эксперименты уже продолжаются с детализацией этого, и за этот период, с 1935 по 1938 год, за 4 года, выходит 6 статей, большая часть которых в Российском физиологическом журнале, которые детально разрабатывают эту проблему. Ну, а дальше война. Рассказывал, было рассказано о том, чем он занимался во время войны, еще будет рассказывать об этом. И вот по возвращении начинается новая серия экспериментов. Эксперименты, которые велись вместе с Чебекаевой, вместе с Шамариной, и они позволили ему сделать серию новых открытий, которые тоже предвосхитили новые из того, что было сделано несколько позже английскими и американскими физиологами. Естественно, предвосхитить только основные вещи, в некоторых случаях намеки на то, что это есть. Но факты, которые действительно иначе, чем тем, что ацетилхолин является медиатором, и тем, что существует то, что это ему принадлежит этот термин, существует рецептивная субстанция, а если это перевести на современный язык, то это наш любимый рецептор, синаптический рецептор, холиновый рецептор, будь то, или рецептор гистаминовый, или рецептор глутаматный, это вот именно то самое и есть. Вот. Что удалось показать Александру Игоревичу? Ему удалось показать, что вот эта рецептивная субстанция расположена в определенном месте мышечного волокна. И он первый придумал технику, с помощью которой можно было локализовать действие на рецептивную субстанцию. Ну, говоря современным языком, на область, где расположены холинорецепторы. Техника удивительно простая, но чрезвычайно трудная в исполнении. Это маленькая кисточка, на конце которой крошечная капелька раствора ацетилхолина. На поверхность мышцы наносится эта капелька в разных местах мышечного волокна. И показывается, вот в этом месте деполяризация. В этом месте деполяризация, и даже можно вызвать сокращение. Если подействовать курально, этого не происходит, значит, это действительно та самая рецептивная субстанция, тот самый рецептор, который можно заблокировать с помощью никотина, с помощью курально. Значит, уменьшать ацетилхолином взаимодействие с рецептором и тем самым вызвать необходимый эффект. Это было сделано, еще раз повторяю, вот в первые послевоенные годы. И ну, кроме того, был сделан еще очень важный факт. Это то, что рецептивная субстанция может занимать разные части поверхности мышечного волокна. В тоническом мышечном волокне или мышке чувствительная зона к ацетилхолину распространяется на всю длину мышечного волокна. В дальнейшем это было повторено. И было доказано, что действительно мы теперь понимаем, что там происходит. Происходит экспрессия ацетилхолина, холинорецептора, которая иначе регулируется двигательным нервом, и в этих мышцах действительно экспрессированные холинорецепторы встраиваются по всей поверхности мышечного волокна. Отсюда и реакция на ацетилхолин по всей поверхности. Это повторяет потом Даймонд Миледи. Обнаруживает то же самое, но уже с помощью другой техники, микроэлектродной, с помощью ионофоретической аппликации ацетилхолина, более точной, более локальной. То же самое показано, что в процессе онтогенеза, мышца плода в кроликах, тоже чувствительны к ацетилхолину по всей поверхности мышечного волокна. Значит, в процессе онтогенеза сокращается холинорецептивная зона, значит, иначе организована экспрессия холинорецепторов и встраивание
математическую биографию, опять-таки работает. И ведь с сотрудниками это повторяет. А невольно у вас возникает вопрос, а как им, каким образом на Западе знали о работах Александра Ивановича? Ну, то, что касается трофической функции симпатической нервной системы, статьи были опубликованы на русском языке только. И их вряд ли кто-нибудь читал так, просто отошел и прочел. О них рассказал Леон Абрамович, когда он был в командировке в 20-е годы на Западе, он встречался с целым рядом физиологов той поры и рассказывал о своих работах, о работе, которую они сделали вместе с Александром Егоровичем, о феномене Армелия Березинского, и это распространилось. Что же касается второй серии, второго этапа работы Александра Егоровича в области нервно-мышечной передачи и вообще в области химической природы передачи нервного импульса, то эти работы были неизвестны. Потому что они вышли, одна из них вышла в 42-м году, остальные, их было немного, тоже были, вышли в тех журналах, которые не были доступны. И Неведи кто-то рассказал о том, что вот были такие работы в России, которые провел Александр Григорьевич. И он написал большое письмо Александру Григорьевичу с извинениями о том, что он не цитировал его работу, но что-то о них не знал. И он предположил, что вот эта статья в «Успехах биологических наук» 42-го года, весь тираж этого журнала, вся часть тиража этого журнала, который предназначалась для Англии, утонула на пароходе, на судне, которое было торпедировано немцами. Они нашли этот журнал, перевели статью и увидели, что действительно у них был очень сильный предшественник. Вот так это было. И при этом никто не перевел. Ну, они сами перевели эту статью. Статья на английском языке, хотя бы перевод ее, не появился. Одна из статей Александра Григорьевича по поводу трофического влияния симпатического нерва была переведена на английский язык и появилась в российском журнале. В журнале, специальном журнале для работ российских ученых на английском языке. Так что она в какой-то мере была доступна. Почему так случилось? Почему не печатались эти статьи? Если вы разрешите, я могу, есть нет, пара минут на это, я могу прочитать. Выдержку из письма Леона Абрамовича, ученого секретарю президиума Академии наук Топчеву, которое было отправлено 28 июля 1949 года, то есть накануне трагического года для российской физиологии, 50-го года, когда была сессия Академии наук по положению физиологии. Он пишет это письмо. «Я введен в раболепии и низкоплатонстве перед буржуазной наукой. Это обвинение ложное. Никогда в течение моей жизни я не шел на поводу у заграничных теорий и не искал за рубежом одобрения и признания моих научных трудов. Ни я, ни мои сотрудники не только теперь, а никогда не публиковали своих трудов в заграничной печати. Теория о конденсационно-трофическом действии симпатической системы опубликована только на русском языке и, тем не менее, известна во всем мире. Мы утверждаем приоритет русской науки не словами, а делами». Вот что он пишет в президиуме Академии. Это ни в коей мере не предотвратило то, что произошло буквально через год после этого письма. А произошла действительно трагическая вещь. Армелий был обвинен во всех смертных грехах. Он был обвинен в том, что он затаптывает учение Ивана Петровича Павлова о нервизме, что он пренебрегает ведущей ролью коры головного мозга во всех процессах мозга, которые имеют место в организме. И буквально, что это по существу, и переводя это на тот язык, которым тогда пользовались, что это вредительство науки. Ну, что, как и было, это отдельный вопрос. И я бы хотел, чтобы когда-нибудь у нас состоялся семинар в институте,
с разбором того, как это было. И в какой-то мере с разбором участия тех, кто это делал. Хотя есть такая римская пословица, что когда-то римский сенат запретил упоминание имени Герострата, и это должен забыть каждый римлянин. Вот мне кажется, что фамилия Эрпетиация, о котором сегодня говорил Юрий Ильич, должен забыть каждый советский физиолог. Это действительно человек, который был очень многим обязан Леону Абрамовичу, и который его предал, и который на каждом заседании, не только на организации сессии, а кроме этого, после, в течение ряда лет собиралась так называемая Паулская комиссия. Я бы сравнил это с инквизицией, потому что собиралось несколько людей, ну, некоторых из них стоит, можно тем упомянуть. Это Петр Степанович Купалов, я, к несчастью, учился у него в физиологии, он читал на втором курсе. Мухи я падали. Очень хорошо знаю. Ну? Мухи падали. Мухи падали, да. Ну, это из области анекдотов. Это из области анекдотов. Но это был Академик. Это был Бирюков. Это был Николай Быков. Константин Михайлович Быков. Спиранский. Было много людей, которые буквально изуверски допрашивали Леона Абрамовича и заставляли его отказаться от своих слов, отказаться от своих статей, отказаться от тех идей, которые он выдвигал. Еще раз повторяли о том, что никому не нужно заниматься графической нервной системой, симпатической ролью, а это имели колоссальное значение для денег. И в это время статьи в медицинских журналах начинали с слов о роли коры в развитии остеопороза. Предположим, так. Или еще что-то. Я помню студенческую конференцию. Я в это время, во время этой сессии, я был на втором курсе, а в том, что последовало, это был третий курс. Мы уже все понимали, многое понимали. И вот студенческие кружки должны были обязательно выдать доклады, в которых студенты объясняли, какова роль коры в акушерстве, какова роль коры в развитии неврологических заболеваний и прочее, прочее. Более того, через даже некоторое время после я сам присутствовал на защите докторской диссертации, чего-то явно не глупого, даже я сказал талантливого, который выступил с диссертацией на тему о механизме действия пенициллина. Казалось бы, пенициллин и кора. Но тем не менее, он пытался доказать, что в этом механизме значительную роль играет влияние пенициллина не на микробы, и в данном случае пенициллин не только антибиотик, он влияет на кору. Самое смешное, что в этом действительно некоторая мысль есть. Она есть, но никакого отношения не имеет к терапевтическому действию пенициллина. Если вы нанесете пенициллин на кору, то будут судороги, будут спайки на электроэнцефалограмме. Мы теперь знаем, что целый ряд антибиотиков могут вызывать судороги. Судороги это препятствует их клиническому применению. Но вот такое вот размазывание, вот такое возвеличивание одного единственного принципа привело, конечно, трагическим явлением и в жизни людей, которые занимались физиологией, и в жизни самой физиологии. И я бы сказал, что это был большой вред для медицины. Всех лечили медикаментозным сном, начиная от пяточной шпоры до рака желудка. И все это было абсолютно вкусно. Что же касается личности Александра Григорьевича, то мне повезло, что я, сколько же, с 57-го по 61-й, потому что в 62-м году я уже с ним очень мало общался, мне довелось часто с ним встречаться. Мне довелось, как уже рассказывал Ильич, быть вместе в экспедиции, и я видел, какого обаяния этот человек, какой глубины культуры, какой интересный. И
в общем, доброжелательный человек. Он был не очень простой. Это не был новичок, который ко всем относился одинаково хорошо, всех принимал. Этого не было. Но он был доброжелательным. Он всегда с людьми разговаривал и всегда помогал, когда мог. Самые теплые чувства и самые светлые воспоминания у меня остались от этих встреч. И последнее, о чем я хотел сказать, и что, по-моему, тоже следовало бы знать, особенно молодежи нашего института, это как проходила этот последний этап административной деятельности Александра Григорьевича, это этап, когда вышла эта проклятая статья Ника Двору, и какая была реакция коллектива института. Было всего несколько человек, которые были инициаторами, которые написали эти письма. Опять же, следуя римскому правилу, я не хочу упоминать этих людей. Да их никто и не помнит. Я почему? Я помню. Я тоже помню. Я, конечно, раз вы помните, я могу назвать. Но я для того, чтобы вспомнить их, залез, конечно, из моей памяти, я действительно эти имена стер. Это Алексаян. Не надо, не надо. Ну, уж раз. Герострат и Герострат. А уж раз что? Раз уже пошло дело в открытую, то нужно знать, что мы знали. Конечно. Ну, после этого, вот, ради Бога, забудьте. А проходило это так. Представьте себе директорский кабинет. Он не изменился ни в размере. Он такой, какой был. И этот кабинет набит сотрудниками института так, что желающие присутствовать на этом разборе, когда призвали сюда журналиста, написавшего статью, стоят в коридоре и через головы слушают, что там происходит. Выступали очень много людей, которые по-деловому, подробно, с аргументами в руках объясняли, насколько ложная, насколько фальшива эта статья, насколько понятно, что она инспирирована, что вот за этой статьей стоят люди, которые хотели уничтожить Александра Григорьевича, хотели уничтожить все, что сделал Леон Абрамович, и не дать ему возродиться. Вот это была самая главная задача. Поведение молодежи в этот период, оно было единодушно. Я помню, как мы писали отдельное обращение в газету «Известия» с тем, чтобы она напечатала опровержение всего того, что было опубликовано в статье. Естественно, никакого опровержения не было. Корреспондент выглядел достаточно бледно, но хорохорился, и самое главное было обыскано. Ему поручили, он сделал свое грязное дело. Больше к этому вопросу он никогда в жизни не возвращался. Нет, я помню, он уехал, корреспондент, раз в Польшу. И руководил там в Польше советским конституционным каким-то бюро. Так что это на его карьере никак не сказалось. А на институте нашем сильно сказалось. К счастью, было принято мудрое решение, что нужно позвать Ильи Михайловича в качестве директора института. И действительно, вред, который нанесла эта вся статья, весь этот разбор, нашему институту, он был в значительной мере компенсирован умелым руководством Евгения Михайловича. В заключение мне хочется сказать только одно. Я очень хотел бы, что те, кто работает в институте, знали прежде всего, а потом помнили, кто был такой Александр Григорьевич. И какую роль он сыграл в российской науке физиологической, и какую роль он сыграл в нашем институте. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Пожалуйста, Лена Георгиевна. Открыто не говорилось, но, естественно, в этом кругу это обсуждалось, потому что эти два человека, имена которых я назвал, они были не одиноки. Это была некая группа людей, которым
Алексаняны и Михалева обещали, что в случае победы над Александром Григорьевичем они получат достаточно хорошую компенсацию в виде более расширения штата лаборатории, получения собственных лабораторий и так далее, и так далее. Я в этом не сомневаюсь. Но точно сказать, что кто бы относился в институте, знает. Вот человек, человек 6 стоит. Нет, там Михалева была жена Александра. Она была парторгом института. Да. А Александр вообще в тот момент и не был уже. Он уехал в 57-м году, директор института физиологии в Ереван. Он оттуда. Но он аспирировал. Он оттуда. Амаром был. Ну, что касается Михалева, я уже по вашей части, у меня была явная истерия. Ну, Евгений Михайлович, быстро. То есть такой кандидатуры не было, да? Такой кандидатуры не было, А что твои кандидатуры? Вы знаете об этом? Я не хочу, я имени его не знаю. И не хочу узнать. И не хочет узнать, совершенно правильно. Об этом стоит забыть. А вот Александра Григорьевича надо помнить. И надо помогать нашим молодым сотрудникам знать, что было и когда было, и помните о тех людях, которые вытащили институт и создали сначала, а потом вытаскивали его на протяжении всего его существования. Вот это важно. А еще один вопрос, Евгений Федорович, как вы думаете, если бы не вся эта история со статьей, то не возникало? Был бы Евгений Федорович директор нашего института? Тут и другая история. Евгений Михайлович до этого был в институте Павлова. Да. Он не перешел сюда с Орбели. Да. Ни он, ни Танких Анна Васильевна. Там были свои дела. Есть, конечно, еще одна такая психологическая проблема о том, как какая атмосфера была в институте. В коллективе, которым руководил Леон Анатольевич, когда это все случилось. Когда разразилась катастрофа, когда было совершенно очевидно, что люди могут остаться полностью без работы. Или должны будут уехать, расстояться, в лучшем случае в Новосибирск, а то остаться вообще без всякой работы. По-разному люди себя вели. Были случаи предательства, можно сказать, когда человек выступал несколько сотрудников института, выступали на павловской сессии, если вы снимете с полки синий топ такой толщины. У меня есть такая полка, на которой стоят целый ряд книг. Горячие книжки. Да, книги. Среди них история партии, среди них краткая биография Сталина, среди них павловская сессия, лосенковская сессия, все то, что касалось Башьяна, то, что касалось других людей, которые были возвышены а на самом деле были живы. Так что... Если еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Леонид Васильевич. Я добавлю два слова о науке. Об Александре Григорьевиче, о Леоне Абхарче и этой науке. На самом деле, это исключительно важная вещь, рождение роли нервной системы в модуляции функций. Ведь все время было представление, подумал, подействовал. На самом деле наши все действия окрашены эмоциями, окрашенными дополнительными влияниями, которые адаптируют любую систему, адаптируют к реальной существующей ситуации. Я сейчас приду к нашему институту, буквально меньше одной минуты. Ведь у Орбели была, и за это его ругали, но на самом деле была создана огромная империя исследований, касающихся роли симпатической системы в модуляции. Это была павловская идея, Лев Георгиевич сказал. Это усиливающий нерв сердца, это была павловская. Он ничего не делает, он меняет силу ответа. Когда Леон Акбарович пришел в институт Павлова, и до этого немножко, эта система была исследована по отношению к органам чувств. Эта система была исследована по отношению не только к мышцам, но к любой, к многим другим системам. В том числе и почки. Сейчас я почки перейду.
Но в отношении почек речь идет уже о другом. Это вот Елена Ильична тёпко ставила. Речь идет о том, как один тип рецепторов запускает систему, а другой тип рецепторов того же гормона меняет силу ответа на этот гормон. И, наконец, на меня произвело большое впечатление одна из последних защит, на которых я был в этом институте докторском, я имею в виду вашу работу, Михаил Ильич, потому что роль циклического МЭО, модулирующая работу клеток, то, что вы показали, это и есть иной уровень исследований о значении модулирующих эффектов, адаптивных эффектов, которые реализуются на всех уровнях организации живого. В этом жив Александр Григорьевич, в этом жив Леон Абгарович, и те идеи, и павловские, которые были рождены в нашей стране. Хорошо, мы сейчас перейдем к следующему докладу, а потом будет выступление и будет обсуждение многих других проблем, касающихся роли Александра Григорьевича. Евгений Викторович Розенгард, Александр Григорьевич Геницинский и холинергический клуб. Пожалуйста. Мне повезло. Нет, сегодня повезло. Потому что, ну, в частности, сегодня повезло. Предыдущие выступающие мне не оставили ни гроша из биографии Александра Григорьевича. Ну, буквально. Но я уже не говорю о первом большом докладе, где все было изложено. Лев Гершевич сумел подобрать так всю тематику холинергики, что тут можно было бы только... Христа разу оставил. Оставил, да. И вот ты вырвал у меня изо рта. Единственное, что мне оставили, никто не назвал слово холиностераза. Вот, слава Богу. Трудно произносить. Это надо иметь практику. В конце концов, можно. Вся биография Александра Григорьевича – это биография ученого. Вот и биография, наверное, уже можно говорить, гениального ученого. Ну, талантливого, потому что слишком размазано это слово. То есть это человек, к чему бы он ни прикасался, он это не просто описывает, а он это превращает, ну, в произведение искусства, вот скажем так. И это пример, вот у меня пример абсолютный. Такого примера нет, наверное, трудно найти. 41-й год, Леон Абгарча назначают председателем военно-санитарной комиссии при президиуме Академии наук. Подчеркиваю, военно-санитарная. Значит, с одной стороны военное дело, а с другой стороны вся медицина фактически. Время войны. Накануне войны некоторые из присутствующих это помнят, а те, кто это не помнит, то просто видели рисунки и фотографии. Всегда изображали и военных, и гражданских в одной и той же форме. Форме с противогазом. Помните? Эти, я уж не говорю о Вильфе Петрове с блестящими описаниями учений, но противогаз присутствовал непременно, значит, как оружие или как средство защиты. Да, в том числе на исторической фотографии Веселкина с противогазом. Противогаз. Да. Ну вот, противогаз, значит, все... Страна и мир готовился к новой войне, где будут к химической войне. И опасения химической войны были очень реальными. Два слова о предыстории,
о реальных, так сказать, фактах. В 1932 году в Германии были синтезированы, сейчас сравнительно случайно, приват-доцентом Берлинского университета Ланге и его аспиранткой, говоря современным языком, фон Клюгер, химические соединения, которые содержали в своей формуле фосфор, фтор, фосфорную связь. Это было сделано впервые. И было закончено трагически. Они почувствовали на себе, что это такое. И они первыми описали совершенно страшные последствия, причем это были мизерные воздействия, чисто внешние. Эти соединения делались не для войны, а для инсектицидов. Этим занимался в фирме Farben Industry немецкий химик, большой немецкий химик Шрёдер. И вот эти соединения Шрёдер обратил внимание. Кстати, Шрёдер тоже почувствовал их влияние, но самое главное, он понес материальный ущерб. Шрёдер занимался инсектицидами, и чтобы проявлять инсектициды, он содержал у себя в лаборатории большой набор вшей, простите меня. Это был хороший, ну как дрозофила, все же занимались, а этот удобный способ, и это мало, и легко в виварии держать и так далее. Так вот, когда он попробовал вот эти синтезированные соединения, все вши сдохли, и он остался без очень важного контрольного механизма. Вместе с носителями. Ну, иногда, да, можно было. Во всяком случае, подозрение, что это может воздействовать и на носитель было, и боевые отравляющие вещества на этой основе сразу же в Германии начали производить. Я назову только три слова. Это зарин, заман и табун. Слова, ну, проходили же мы гражданскую оборону. Кстати, будет интересно, все равно вы это не знали, что такое зарин, откуда произошло название. Название произошло от первых букв фамилий, исследовавших соединения. Шрёдер, СЦХ по-немецки, С, Амброс, А, Рюдигер, Р. Зарин. Кстати говоря, Рюдигер был, я не знаю, как это будет по-немецки, полезный еврей. В гитлеровской Германии был такой термин, и, в общем, он спас не очень большое количество, но спас. Вот Рюдигер был. Короче говоря, эти новые вещества к началу войны, я просто говорю о том, что это была реальная угроза химической войны. Было синтезировано, немцы построили 5 или 6 заводов, подземных заводов. И эти заводы выпустили, ну, они накапливались где-то несколько тонн этих самых продуктов. Наш с вами фармакологи, большой друг Николай Константинович Фруэнтов, который обожал делать расчеты, он сосчитал, что если взять и закапывать в глаз по этому раствору фосфорорганического яда, то для того, чтобы уничтожить половину человечества,
нужно не так много этих соединений. Но надо, чтобы все-таки люди стояли в очередь и покорно подставляли свои глаза. Вот. Так что это огромное количество. Тонны этих газов – это огромное количество. Короче говоря, эти угрозы были реальными, и поэтому в задачи комиссии Арбели было включено исследование этих веществ. Леонард Гарч, значит, естественно, предложил эту тематику Александру Григорьевичу, и Александр Григорьевич, который, мне кажется, что до этого никогда не занимался боевыми отравляющими веществами и подобной тематикой, он, чисто наблюдая картину отравления животных, высказал почти сразу просто гениальное предположение, что эти вещества действуют на холиностеразу, на фермент, который является ключевым ферментом в холинергической нервной передаче. Вот это открытие, это абсолютное открытие. Причем открытие кардинальное и, главное, имеющее огромное практическое значение. Сразу появился появилась мишень действия. Но для исследователей это, конечно, очень важно. Это открытие было сделано одновременно в нескольких странах. В Германии, в Англии, в Штатах я не знаю. Да, наверное, в Штатах. Нахманзон тоже был близок к этому. Но они все были, конечно, разграничены государственными границами, ну и главное, завесой полной секретности. Это абсолютная была тайна высшей степени. У нас этим занимались синтезом. Эти соединения у нас тоже занимались этими делами. И в частности, этим занимался близкий ученик и сподвижник будущего президента Академии наук Несмеянова и будущий академик Мартин Израильевич Кабачник. Кабачник синтезировал и во время войны продолжал синтезировать эти соединения, и в этой комиссии он состоял, и как раз это был коллектив, который Леонард Гарч и создал, как раз Геницинский и Кабачник работали вместе. Кабачник синтезировал, Геницинский проверял. Вот это потрясающе важное открытие было сделано в 1942 году в Казани, когда и оно закончилось в тот момент достаточно трагическим происшествием. Разбилась ампула с ядом. Вечером Александр Григорьевич был один в лаборатории. Это Татьяна Александровна рассказывала. Татьяна Николаевна. Татьяна Александровна. Да. Чего вы меня сбиваете? Я и так собьюсь. Вот. И она рассказывала это, и миотическое действие фосов. И Александр Григорьевич ослеп в этот момент. И должен был, как он вернулся домой, это совершенно непонятно. Зимой, поздней зимой в Казани. Но это постепенно, да, это проходит, и все. Так что он еще и испытал на себе эти самые последствия. Эти вот работы, они продолжались, достаточно короткий промежуток времени, и,
закончились они, в принципе, исследованиями, которые были, не имели химического продолжения и почти не имели биологического продолжения. Но так как все-таки такие работы должны были продолжаться из-за военных целей, то открытие Геницинского, кстати, это подтверждено свидетельством Кабачника. И Кабачник это, правда, уже после войны опубликовал в Вестнике Академии наук. Это вот было открыто. Кабачник на смерть Геницинского написал венок сонетов. Очень красивый. И я прочту из него один... Где-то сейчас, минутку. Еще раз открою только. Кабачник был моложе Геницинского. Кабачнику было в это время 30 с небольшим лет. «В тот трудный год мы встретились с тобой и вместе шли дорогою исканий, трудов упорных, жгучих испытаний и дум настойчивых, навеянных войной. На поприще военных изысканий трудились мы тогда». Вот слова Кабачника. Исследования нашли неожиданное совершенно продолжение. Уже сразу после войны медицинский биохимик и, так сказать, исследователь в области биохимической фармакологии, по совместительству мой отец, Виктор Ильич Розенгард, был одним из первых в нашей стране биохимиков, который стал работать с фосфорорганическими ядами и с холиностеразой. Именно с холиностеразой. И, кстати, у него были тогда работы, связанные с тем, что эту холиностеразу он брал у разных животных. То есть тут и сравнительные исследования. Михаил Яковлевич Михельсон был фактически одним из первых, а, наверное, первым фармакологом, который исследовал действие боевых отравляющих, фосфорорганических соединений. И несколько позже к этим работам присоединился Александр Павлович Брескин, человек совершенно блистательными способностями и ученик, очень близкий ученик Леона Бгарча по водолазным делам. Ведь фактически он был заместителем Леона Бгарча по водолазной тематике. Нет, извините, брат был заместителем Леона Бгарча по авиационным делам. Нет. Колька не спорил. Александр Павлович был заместителем по водолазным делам. Александр Павлович исследовал, и у Александра Павловича потрясающая биография. Это не входит в то, что ты мне выделил. Это следующий сюжет. Он учился у основателя барохимии. Был такой выдающийся химик, которого называли Менделеевым 20 века, Ипатьев, который сбежал и правильно сделал, потому что иначе... Да. Вот. И Александр Павлович у него учился, и он, поэтому он был подготовленным как раз к баро исследованиям и в барофизиологии.
Так что это, Колька, ты не прав. Да. Я тебя прощаю. Так, значит, и вот, так вот, что интересно, что совершенно по воле случая все эти исследователи в конце концов сосредоточились в нашем институте. И какое-то время, то есть довольно длительное время, значит, 50-е, 60-е годы, 70-е, наш институт был и центром холиностеразных исследователей, или антихолиностеразных исследователей, а подчас был просто единственным местом антихолиностеразных исследователей. Так что благодаря и все они состояли в близких, дружеских отношениях с Александром Григорьевичем, и все они были фактически, образовали некий холиностеразный клуб, отцом-основателем которой мы по праву считаем Александра Григорьевича. Колхозов и... назывался этот клуб? Нет, Колхозов был Кабачниковский, ну, в принципе... Да. И кончаю я уже затянувшееся выступление тем, что мы знакомы с Юрием Викторовичем 58 лет. Я сейчас сидел, считал. И мне всегда хотелось, вот ты когда выступаешь, мне всегда хотелось еще чего-то добавить. Но это невозможно. Ты последними словами говоришь то, что я вот приготовил. Что ты последними словами? Последнее, ну, последнее слово. Крайними словами, ладно, Бог с тобой. Так вот, сегодня я получил возможность добавить к наточенному. И получить, так что я очень доволен этим, это очень приятно. И все это мне сделал, этот подарок сделал Александр Григорьевич. В 42-м году из Казани в Москву с докладом о этих самых работах в темном холодном вагоне ехало три человека. Александр Николаевич Несмеянов, Мартин Израильевич Кабачник и Александр Григорьевич Геницинский. В вагоне было холодно, было голодно, есть было нечего, и они развлекались тем, что по очереди читали стихи. Первым это воспоминания Кабачника. Мне рассказывал лично Кабачник, так что я не гарантирую все абсолютно, но все правда. Первым скис Кабачник. Геницинский и Несмеянов продолжали читать стихи. Потом скис Несмеянов, который знал вообще хорошо. А Геницинский продолжал читать стихи. Тогда они уже не выдержали, перебили его и сказали: «Чьи стихи ты читаешь?» Он говорит: «Свои». Да, так вот, все. Я добавил? Нет, я сейчас... Я говорил тогда про Лев, но не в этом дело. У Александра Григорьевича есть замечательная работа. Она называется «Яды и отравители». Почитай. Да. А что ты сказал сейчас? А я же не мог тебя перебивать. Так. Мы сейчас продолжим наше обсуждение. Если в обои не догадаться. Да, да. Стой, надо, Евгений, стой. Если вопросы к Евгению Викторовичу, пожалуйста. У меня вот предложение дать шанс еще добавить, потому что сказал Юрий Вот из выступления Анны Вячеславовны я понял, что в 14-м году, не закончив образование, и, ну, в смысле, не будучи интернирован, Нет, там иначе было, я сейчас скажу. А в 20-м он продолжил обучение. А вот что он делал между 14-м и 20-м? Неужели вряд ли знаю? Я не жил. Да, защищался. Нет, да. Но я, как я помню, сейчас я расскажу. Александр Григорьевич. Можно
Александр Григорьевич не мог устроиться в России в ВУЗ из-за 5% нормы. Или какой там процент? Или сколько там, может, 1%? Ну, трехного маленький, как все равно не мог. Поэтому он уехал в Германию. Летом из Германии на каникулы он приехал в Россию. А в августе началась Первая мировая война, и он туда не мог вернуться. А потом он мотался, потом он... Там был еще эпизод, когда он все-таки построил... Он психоневрологический... Да, какой-то, да. Я хотел сказать, что он еще примыкал к кадетской партии там, или какой-то еще, вот на рубеже 17-го года. Но так или иначе, в общем, мотался, метался, и потом только смог, когда как-то устоялось, он поступил. Вот, да, он был каким-то большим военным начальником в Северной армии, кем-то. Он был начальником снабжения. Ну вот снаб, ну да, я и говорю. У некоего Лугановского. Да. Вот. Он на самом деле, приехавший, вернувшись в 15-м году, ну, в 14-м, ну, в общем, да, он поступил в Бехтельский институт. Туда принимали. Учился там до... Ну, пока он еще существовал, институт, и в 17-м году он был призван в юнкера. В 17-м. Он был призван. А потом в 18-м он уже был на Северном Кавказе. И 25 октября в Да. Откуда сбежал в Вологду. Заставил стрелять эту, как называется, корабль-то плавал, Аврору. Да. Откуда сбежал в Вологду? В Юнкерское училище. Вот. И там... Нет, это было не училище. А это были войска такие. Ну, так называлось. Да, теперь, Женя, мало мне. Я тебе добавлю, кроме «Яды и отравители», замечательная книга была, я ее читал, называется она «Холинергическая природа родового акта». Кто ее автор? Михаил Яковлевич Михельсон. Она очень хорошая, да, я... Была такая история в моей жизни, когда я читал эту книжку. Но еще одно то, что мне хотелось добавить здесь, тогда вы точно запомните господина Рапетянца. Дело в том, что он был начальником эшелона, в 43-м каком-то время войны. Он и там проворовался сильно. Короче говоря, он шел под трибунал. И Леон Абгарович Арбели спас его от военного трибунала при Сталине. Тем, что сделал своим ординарцем, там, кем-то адъютантом, кем-то забрал к себе, будучи начальником вот этого военно-санитарного управления. Он его спас. Ну а так как он его спас, надо было ему как-то потом отплатить, конечно, что он и сделал. Такое не прощается. Нет. Ну хорошо, продолжим нашу встречу. И прежде чем продолжение, все идет точно по расписанию, как тут написано. Но я хочу, прежде чем это начать, поздравить с днем рождения того, кто сейчас будет выступать. У него 1 декабря день рождения. И я сердечно поздравляю твоего соседа Александра Николаевича Повальникова с днем рождения. И прошу вас продолжить. Но пока... Пока, Александр Николаевич, я скажу, что еще. Это все связано с Александром Григорьевичем, то, что очень хотелось, чтобы было... Сейчас, Саша, одну минуту. Чтобы было сегодня, почему это выступление и ваше выступление, это связано с тем, что были созданы лаборатории, были созданы новые направления. И вот мне хотелось, чтобы вот те лаборатории, которые были тогда, они частично существовали в лаборатории эволюционной физиологии, которая была у Леона Абгаровича. Там была Наталья Николаевна Траубе. Там развивалась физиология высшей нервной деятельности. И эти направления, которые очень поддерживал Александр Григорьевич, создавая общую конструкцию института. Вот в этой связи и с короткими, вот, ну, просто воспоминаниями, выступлениями, и хотелось это сделать. Пожалуйста. Хорошо. Так. Ну, поскольку он анонсировал свое участие в качестве председателя заявлением, что он следить будет за то, чтобы
предельно откровенно. Выступающий говорил я в частности так, то я постараюсь быть не очень уязвимой мишенью. И мне бы что хотелось, прежде всего, подчеркнуть, говоря о Александре Григорьевиче, что он, конечно, оставил свой заметный след не только большой науке, но и воспитание молодого поколения. Так? В том числе и, прежде всего, коллективы нашего института. Один только пример. Вот Анечка, когда докладывала о истории лаборатории, которую руководил Виктор Георгиевич, он упомянул о значительном периоде, когда он работал в институте педиатрическом. И там состоял лаборатории или кафедра Лихницкая. Ирина Измановна Лихницкая. Ну, это кафедра, я говорю, кафедра. Лихницкую знают. Я тут хочу привести один пример. 51 год. Так? Это период очень нелегкий в развитии науки. Так? И вот пример ученого, который показывает, оказывается, экстремальная ситуация. С одной стороны, будучи выдающимся специалистом, профессионалом, с другой стороны, был человек глубоко честным, Лихницкий такой, так? И вот развязанный первокурсник и второкурсник начинает, значит, бодро цитировать то, что полагалось, ну, насчет, значит, даже девки империализма и прочее в отношении генетики, что мы учили. А вот тут более детальное место. Я начинаю бодро рассказывать о гениальных исследованиях Лепешинской. Так? Помните историю. И тут же приступаю, как учили на кафедре основ марксизма-ленинизма, отношению к врачу Арбели, как он был неправ, в чем неправ и так далее. Так? И тут она меня деликатно. А вы представляете, что такое 51 год? Шаг туда и сюда, и свободен. Так? Вот как быть? И вот в этой ситуации она, значит, ищет деликатно, а может быть, Арбель был не совсем неправ. А может быть, он все такое, что... Понимаете, вот что приходилось делать нашим учителям? Или те, кто начал первомедицинский, знают, была такая... сказать, кличка Сережа Морганист. Среди наших учителей были выдающиеся ученые, которые не могли открыть рот и сказать правду, хотя бы учили Морган, Менделя, и вот извивались. Я хочу сказать огромное спасибо нашим учителям, в том числе значительной степени Александру Лучше, что они вот эту поросль так, будущих наших учителей выращивали. Так, это и педиатрический институт, первый медицинский, Казань и так далее. Это огромная заслуга. Так, потому что в очень областях, конечно, оставил след Александр Григорьевич. Вот для меня было удивительным, насколько интересны его комментарии были к работам Маркрофта, ну это всем известный ученый, которые недавно совсем появились новые направления, чем когда-то он занимался. Например, мы ничего не знали о особой роли тромбоцитов, которые, оказывается, в качестве скорой помощи бросаются в матку, когда возникает угроза отслоения и так далее. Вот таких вопросов очень много интересных было. Так, в отношении периода становления института. Действительно получилось отчаянное положение. Очень ухудшилось здоровье у Леона Гарвича. Так, и в этот тяжелейший период, так, вот Александр Григорьевич берет на себя функции. Ну и правильно, конечно, и очень четко отметил Юрий Викторович, важность то
стиля демократизации искренности и доминирования науки, так? Вот, которая в те времена была бастионом честности, я цитирую Данина последнюю, да, и перестала им быть. Так? Ну вот, а что касается обстановки в институте, вы знаете, наверное, все согласятся, что у нас очень был такой, хоть и небольшой, но спальный, дружный тренинг, и всегда друг друга выручали в самых неожиданных ситуациях. Один только пример. Вот, работая с кислотной болезнью, всякими неприятностями, так, случались и тяжелые ошибки. Наверное, в памяти теперь уже совсем не сотрудник будет. Короче, пришлось по очереди всем врачам, которые работают на институте, дежурить у постели умирающего водолаза. Помните эту историю, да? Были такие сечки. Вот, ну а что касается эпопеи, связанной с знаменитым 6 ноября. Так? Ну, действительно, я хорошо помню это заседание, будучи, значит, юным аспирантом, когда вот разбирательство дошло. Только один штрих из 6 активных участников, не знаю, кто бы это немало или нет, из 6 активных участников 5 через 2 года ушли из жизни. Психиатр, чем он стал бы физиологом? В 1951 году была уничтожена отечественная психиатрия. Под флагом того же Павловского учения у нас стали доминировать любители типа Иванова-Смоленского. То есть все тоже, кортико-висцеральная теория, придумывались патогенеза шизофрении в виде разлитого торможения на фоне какого-то застойного возбуждения. То есть все то, что вся та передовая фармакология, вся та передовая физиология, которая была в 30-е годы. И действительно Россия, не случайно в России был первый физиологический, в Советском Союзе был первый физиологический. Все было похерено. Были похерены те исследования, которые велись по нейробиологии. Были запрещены психохирургические операции. Была фактически запрещена электросудорожная терапия. Оставались, да, как вы говорите, лечебный сон. Именно поэтому в Советском Союзе не было создано ни одного, я подчеркиваю, ни одного ныне существующего и действующего в мире психотропного средства. При наличии колоссальной фармацевтической промышленности. И тем не менее, Леон Абгарович, понимая, что эволюционная физиология должна развиваться в самых разных направлениях, придумывает вот это блестящее направление изучение патологии, а именно для изучения центральной нервной системы, изучать патологию как регресс, да, как диссолюцию, и зная какие-то патологические процессы, можно представить себе эволюционное развитие тех или иных структур, тех или иных функций уже здорового мозга человека и здорового живого деятельности. Иван Петрович Павлов, на мой взгляд, нанес определенный вред отечественной психиатрии тем, что он все принимал буквально, он действительно считал, что все можно свести к рефлексам. Психика человека намного сложнее, мы это знаем. Более того, эти клинические среды, про них много говорят, мне про них рассказала Наталья Николаевна, которая там даже докладывала Павлову больных, но это же читать страшно, я читал. Это такой уровень, который, в общем, ну даже на том уровне, который был, кроме ругани в сторону Фрейда, ну и каких-то вообще идей абсолютно картонно-утопических, как устроено, какой рефлекс замыкается при шизофрении, а какой при мании, там нет ничего. Надо сказать, что Леон Абгарович пошел значительно дальше. Леон Абгарович тоже устроил, только не среды, а вторники. И они проходили в 3-й психиатрической больнице Козлова Степанова. Мне об этом рассказывали профессора, заведующие кафедры. Он говорит, господа, что, или товарищи, не знаю, что он говорил, упаси Бог, я только наблюдаю. Мне очень интересно, что вы здесь делаете, как вы говорите, как происходит процесс. Но я физиолог, я понимаю что-то функциональное, я ничего не понимаю в ваших диагнозах. Мне это интересно скорее, как стороннему наблюдателю. И вот как раз благодаря отчасти
его посещении третьей больницы. А это все началось как раз в 40-е, 50-е годы. И возникла идея создания и направления, и, собственно, клиники, которая была создана именно Леоном Гарчем Арбели в рамках своей лаборатории. Кстати, первым врачом, принятым врачом, это был Лев Яковлевич Балунов. И Наталья Николаевна, естественно, тоже принимала в этом активное участие, поэтому именно ей как раз Леон Ангарович предложил создать вот это психиатрическое, физиологическое направление в нашем институте, как один из методов исследования мозга. И они столкнулись опять с той же проблемой. Понимаете, это еще 50-е годы, это конец 50-х годов, где все равно кортико-висцеральная теория везде. Чего делать? Чем заниматься? Да, они пытаются заниматься какой-то феноменологией, они увидят какие-то древние растормаживания, древних моторных координаций у больных в кататоническом ступоре. Но дальше прорыв. Изобретается аминозин, изобретаются антидепрессанты, и они первые действительно в Советском Союзе уходят в психофармакологию. И первое руководство, уже научное, выходит именно здесь, в стенах нашего института, оно называется «Очерки психофармакологии человека». То есть дальше Деглин первый придумывает унилатеральный электросудорожный препарат. Никто в Советском Союзе этого не делал. И это идет прорывом как исследование функциональной асимметрии. То есть вопреки, я бы сказал, тем тенденциям, которые доминировали и в отечественной психиатрии, и в значительной части отечественной физиологии, и той физиологической базы, которая была в отечественной психиатрии, благодаря усилиям Леона Авгарча и Александра Григорьевича. Кстати, Александр Григорьевич, особенно после Павловской сессии, психиатрию недолюбливал. Вообще недолюбливал высшую меру деятельности. И у него было на это основание, как вы понимаете, после всех Павловских сессий. Поэтому он даже ушел в некотором смысле с нервно-мышечной передачи больше, да, водно-солевой обмен. Но он прекрасно понимал и масштабы тех личностей, с которыми он сталкивался, я имею в виду прежде всего Наталью Николаевну, Льва Яковлевича. Я, например, читал характеристику, которую Геницинский дал Балонову, но она совершенно панегирическая, когда Балонову давали звание старшего научного сотрудника еще до того, как он защитил докторскую диссертацию. То есть, понимая это, он всячески этому способствовал и помогал им действительно. И я знаю от Натальи Николаевны, она с величайшим уважением относилась именно к Александру Григорьевичу, который по существу дал им возможность развиться уже в то, во что они развелись, что они сделали непосредственно в 60-е годы. Спасибо. Спасибо большое. Вы сейчас рассказывали. Мне довелось быть на семинарах у Леона Авгарьевича, там, на Маклина. Были очень интересные семинары, долгие, регулярные. Там были молодые. Ну, вот, не было тогда деления на молодых и немолодых. То ли все были молодые, то ли все были не в этом дело. Но не знаю, как было. Но так или иначе, то, что делала дирекция в то время, она бралась заведовать сильных, и это спасло институт. И все те, кто тогда были приглашены и созданы в организационной лаборатории, это все было дело рук или тенденций совместно Леона Авгарьевича, Александра Григорьевича и потом Евгения Михайловича. Мне хотелось еще сказать два слова по поводу проблем эволюции в нашем институте и эволюции в семейном смысле этого слова, поскольку дочка Александра Григорьевича, Татьяна Александровна, была профессором на кафедре зоологии беспозвоночных. И там это была одна из лучших кафедр университета, и она многое принесла сюда к нам. И Александр Григорьевич меня направил учиться, когда я был в аспирантуре, я учился год в университете как раз у Татьяны Александровны. Но то, что мне казалось исключительно важным, вот здесь напомню тем, кто пришли, что то, что мы находимся здесь, это дело рук Александра Григорьевича. Знаете вы это или нет, я не знаю. Если не знаете, я два слова скажу. Дело в том, что было три возможных варианта для института. Когда в начале 56-го года появилась возможность раскрепощения, тогда в Академии наук создает возможность, преобразует лабораторию эволюционной физиологии в Институт эволюционной физиологии, и партия и правительство местное, тогда пост первого секретаря обкома всегда был
очень весомым, они говорят, где хотите. И было предложено три варианта. Я просто знаю это из домашних рук. Первый вариант был институт на проспекте Маклина, дом 32, там, где был институт Лесгов. Я объясню, почему Александр Григорьевич был. Там ведь внутри дирекции еще были разные мнения, где были. Второй был рядом с Константиновским дворцом. Там, где кольцо трамвая. 36-го. И третье место было, вот где хотите, тут вот можно здесь. А знаете, что такое было здесь? Во-первых, здесь был лес. У деревьев никаких домов не было. Был чистый лес. Я строил эту контору. Эту здание. Да. Вот. И потом выбор был это. Что? Но Александр Григорьевич отстаивал то, чтобы была школа. Новое здание, в котором можно было сделать то, что хочешь. Это был, никакого института не было. Было стандартное здание школы, которое можно было построить по тем меркам, якобы, за 8 месяцев. Да не было еще его. Нет, ничего не было. Я сказал, можно было построить. Здесь вообще ничего не было. Котлован потом. И котлова ничего не было. Было пустое место вообще. Ничего не было. А здесь была дорога из булыжника. Старопардовский проспект. Булыжника не было, песок был. Грунтовая была. Песок. Песок. Почему не было, вот это очень важно, это моральная сторона дела. Почему не Маклина 32, там же рядом Кировский театр? Чего только нет. А потому, что Леонид Гарич стал невозможным взять то здание, в котором его, где он получил первую лабораторию. Это не институт Лесгов физкультурный, это естественно-научный институт имени Лесгов. Ну вот это здание. Шестиэтажный, по-моему, там, где зоологический институт сейчас. Александр Ильич не мог взять этот Леон Абгарович, здание, потому что они его приютили. Нельзя. Тогда он их, ну, нарушил этическую норму по отношению к этим людям. Это Константиновский дворец, пусть себе берет президент. Это я теперь уже как бы так иронизирую. Поэтому это место и это здание, ну, идея этого здания, это дело рук идеи Александра Ильича Венцинского. Но я просто хотел сказать то, что было на самом деле. Так, есть еще желающие? Спасибо. Тогда большое всем спасибо. Еще раз одно слово. Да, Андрей, пожалуйста. Андрей Донатович. Да. Ну, конечно. Я Кракин. Бога ради. Я хочу мне показать. Показать-то можно, я только... А кто у нас... Правда, действительно, я вот начинал свою жизнь, я крутился среди физиологов по понятным причинам. И вот сегодня в первом докладе были перечислены, было уже масса людей, которых я знал лично. Но я, правда, был мало, они уже были велики, но это не важно. По крайней мере, знакомые имена и людей вспомнил. Вот, значит, я хотел сказать вот о чем. О том, может быть, это тоже такое узкое мое, как бы там, одностороннее, вернее, впечатление, но о том, каким был Александр Григорьевич в жизни. Вот то, что я был невелик, естественно, что всего я не знал и не видел. Но... Вот, я начну с того, что я прочту одно его стихотворение. Оно... Я уже однажды его в этой аудитории читал 20 лет назад, но с тех пор я полагаю, что появилось много новых людей, поэтому я позволю себе повториться. Вот. А оно важное стихотворение, как бы на нем будет базироваться то, что я хочу сказать дальше. А в Альбионе, на Альменном и Гордом, король интригана Сутяга продал бедного лорда вивисектору и бродягам. Old Mary England горюет сугубо, что, вынув кривые ножи, лорду крикнули грубо: «Ты, ублюдок, лежи!» И пока догорали откосы в лучах предцветной зари, Гуинплену терзали компрочекусы. И вот выступил Лом Кирви,
Какое короткое имя Дея, но каждая буква – золотой гвоздь. Волк и медведь выли, ревели, накапливая горечь и злость. Волк и медведь, разевая пасти, ревели и выли. И хаос рос. С ощеренным ртом не найдет участия тот, кого мучил Кампрочекос. Но хаос падет, и как луч над бездной, с чем еще я могу сравнить? Белая Дея из тьмы железной придет Гвинплена освободить. В сердце золотой гвоздь вобьется. Какое короткое имя Дея? Я человек, который смеется, потому что не плакать же мне в самом деле. И вот это, вот эти последние две строчки, собственно говоря, то, ради чего я прочел все остальное стихотворение. А сегодня прозвучало очень многое, да, но некоторые вещи вот остались, по понятным причинам остались за кадром, и, может быть, о них и не надо было сегодня говорить. Вот. Но я все-таки хочу сказать вот что. Жизнь Александра Григорьевича была очень непростой. Его мололо в жерновах революций, войн, блокады, гонений на науку. Вот последний, вот то, что последнее назвал, сегодня было очень подробно вспомнено и разобрано, и совершенно правильно, и все это. Но таких драматических моментов в его жизни было около десятка. Самый длительный из спокойных периодов его жизни не превышал 10 лет. Как можно было в таких условиях достичь такого уровня, мне, скажем, непонятно. Вот я бы не справился. Вот. И при этом он всегда оставался человеком, который смеется. Он был, я не могу сказать, что он был просто веселым человеком. Это, может быть, было бы, наверное, какие-то преувеличения. Но он всегда во всем находил смешную сторону. Он всегда умел, он обладал прекрасной самоиронией, редким качеством, на самом деле, у людей. И он всегда умел повернуть любое там свое несчастье так, чтобы оно послужило фундаментом до невысочайшего взлета. И это потому, что он был человек, который смеется. Вот это все, что я хотел сказать, а еще я хотел показать несколько картинок. Значит, некоторые из них уже сегодня были показаны, вот, поэтому вы уж не обессудьте. Вот. Но большая часть, по-видимому, все-таки так, вот сюда, да? А, вот. Это дед Александра Григорьевича, Лев Деницинский. Каково было его отчество, я не знаю. Чем он занимался, не знаю тоже. Вот. Но фотография сохранилась, и вот это первое из известных нам поколений. Второе из известных нам поколений. Эта фотография сегодня уже фигурировала. Это отец, Григорий Львович Деницинский. Он был вот в линии Деницинских, известный мне, он был первым биологом. Он был лесовед и служил в Вологде в лесном ведомстве. Был он, несмотря на подозрительное происхождение, был он надворным советником, что видно по мундиру. Вот. Был очень известен, много публиковался, и его работы по лесоведению цитировались до 50-х годов включительно. Вот. Ну, я не буду там рассказывать всяких подробностей, это, наверное, уже не такое. Вот это мать Александра Григорьевича Софья Матвеевна Деницинская, девичья Итышская. Значит, я просто показываю фотографии, она, что называется, по профессии, она была домохозяйка.
Это брат Илья Григорьевич Беницинский, довольно известный музыкант. Он основал в Вологде музыкальную школу. Школа до сих пор существует. Его в этой школе помнят и чтут, и там даже иногда случается, что нас там туда приглашают, там на какие-то памятные даты, что ли, так сказать. Это Вера Григорьевна Разварина, девичья Геницинская. Это сестра. Она тоже, в общем, была домохозяйка. Вот эта фотография уже фигурировала, мы ее пролистнем, а вот этой фотографии не было. Это вот я сейчас не помню точный год, это перед самой революцией. Не то 16-й, не то начало 17-го, я не помню. Вот хочу показать любопытный документ. Это пригласительный билет, как вы видите, на защиту Александра Григорьевича докторской диссертации. Собственно говоря, интересно, что сохранилось, что оно сохранилось. И я, на что я хочу обратить внимание, это, во-первых, на имена оппонентов, которые, в общем, честно говоря, впечатляют. Вот. А также на важнейшую совершенно надпись для такого документа – «Гарлитовское разрешение». Для такого, понятно, невозможно было выпустить такой документ без разрешения Гарлита. Вот это, наверное, эту или аналогичные фотографии все знают, они как бы довольно известны. Эту фотографию нам сегодня уже показывали. Вот, значит, это первая жена Александра Григорьевича Шалтай-Малаевна Геницинская, девичья Гильперинца, своей дочерью Татьяной, которая сегодня уже упоминалась. Вот. И вот, значит, она, правда, довольно юного возраста, но все-таки приятнее показать хорошенькую девушку, правда? Она была паразитологом, работала всю жизнь на кафедре зоологии беспозвоночных, ученица Догеля, следующее поколение я в виде фотографии не показываю. Так меня просто можно увидеть вживе. Я морской гидробиолог, занимаюсь синекологией морского бентоса. И, кстати говоря, тут уж можно на минуту отвлечься, я не стал физиологом. Именно потому, что в детстве я общался с огромным количеством физиологов. И вот это были сборища Александра Григорьевича. Очень такие, он очень гостеприимный был человек, Людмила Иосифовна была очень гостеприимным человеком. И вот всегда был полный дом народу, и, значит, я там тоже бывал. И там много шло разговоров физиологических. Я уже был достаточно подросшим для того, чтобы уже очень много понимать. Я, конечно, не имел никакого биологического образования, но я уже тогда... Я думаю, Александр Григорьевич хотел, чтобы я стал физиологом. Он никогда этим не говорил, но так мне казалось, что ему хотелось. Но я понял, что у меня нет ни малейшего дара экспериментатора. Слушая разговоры, я в этом совершенно точно убедился, я прав, я не имею дара экспериментатора. Но то, что я тогда многое слышал, я теперь иногда даю своим коллегам советы, как ставить эксперименты. И это вот на основе вот моих детских впечатлений. Ладно, значит. Вот это правнучка Александра Григорьевича, Софья Андреевна ныне Балагула. Вот.
А, и, наконец, седьмое поколение. Вот Михаил Юрьевич Бурлак. Значит, просто мне хотелось показать, что вот генеалогические линии продолжаются, поддерживаются, и, значит, потомки стараются не забывать своих предков. Спасибо.